Всем здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу рассказать вам про свое игровое и рабочее место. Начнем с девайсов. Мышь у меня проводная Z-Renegade. В принципе, она меня всем устраивает, только хочу в скором времени заменить ее на беспроводную. Клавиатура бомжатская Dexp Strike, на которую я налепил уринги и дорогие кейкапы. В принципе, тайпинг меня более-менее устраивает. Переходим к мониторам. Основной монитор у меня Philips 272V на 75 Гц, который я разгнал до 90. Второй монитор у меня какой-то там HP, тоже на 75 Гц. А это вот новогодний крыс. Раньше я пользовался вот такими вот проводными наушниками Dexp Storm Pro, но спустя полтора года использования у них перестала работать подсветка, они пожелтели, и меня не устраивал их размер, поэтому я перешел на QKZ. К слову о наушниках, это QKZ VK4, это вкладыши, у них очень хороший звук за свою цену, и они идеально сидят в моих ушах. И то, на чем держится мое игровое место, это компьютер. RTX 3050, i5-11400F и 16 гигов оперативки. На компьютере у меня стоит вот такая вот станция для зарядки. Тут я заряжаю свой телефон, фитнес-браслет и вот наушники. Далее, под столом у меня стоит вот такая вот вывеска из компьютерного клуба, которую я, конечно же, успешно своровал из компьютерного клуба в своем старом городе. Что у меня под столом, мы уже посмотрели. Надо посмотреть, что у меня над столом. Тут у меня полка, на которую я поставил USB-хаб. Тут у меня подключены все мои девайсы и вот такая вот подсветка. Также тут есть флешка, на которой хранятся некоторые мои файлы, и микрофон. Вот, именно на этот микрофон вы слышите меня в моих роликах. Слева у меня стоит вот такая вот камера. И в принципе для вебки 2010 года снимает она неплохо. На второй полке у меня стоят всякие игрушки, сувениры, напитки и так далее. Еще вон блок питания зачем-то стоит. Слева от рабочего места у нас стоит кровать, на которую можно вот так вот прилечь, повернуть монитор, так как он на кронштейне, и посмотреть какой-нибудь кинчик. Совсем забыл сказать, еще у меня есть вот такой вот шкаф, в котором хранятся оба моих самоката, не спрашивайте зачем, одежда и еще очень много всякого говна. А вот там, кстати, любит спать мой кот. Хотел бы извиниться за то, что очень многие мои ролики, а точнее все, настолько короткие. Не знаю почему, но у меня просто не получается сделать ролики длиннее 4 минут. И прямо сейчас я растягиваю видео, чтобы оно получилось длиннее. Всем спасибо за просмотр и пока.